Я понимаю, что вы даже на одну-две секунды можно даже встать на две ноги, забежать и снова работать. Так, готовы? Две минуты будете меняться. Еще раз. Даник! Я сказал, следующий, и ты сразу бежишь на него. Еще раз, кто у нас уходит? У нас уходит Цуркан, у нас уходит Денис, и у нас уходит Пастухов. Поэтому ты сразу готовишься. Я говорю, осталось 30 секунд, и ты уже ходишь сзади. Следующий, ты раз на Игоря сразу сзади, и начинаешь его дергать дальше. Понятно? Сразу сзади. Джим! Боремся. Грэплинг. Удержание. Пять секунд удержания. Потом делаешь удушающий, потом делаешь болевой. Стоп! Чезар, начало удержания, потом сделал, потом переходи на болевой или удушающий. Сделал удушающий, делай болевой. Или болевой, или удержание, потом удушающий, болевой. Сделал болевой, значит удушающий только делаешь. Секунд осталось, следующий, готовимся. Боремся, боремся. Даник, встань уже, готовься. Никита, встань, готовься. Никита, на кого должен? На Чезара наступаешь. Ты на Игоря, а ты на Бутука. Следующий! Кто ты перед ним сел? У нас сзади надо заходить. Давай, давай, давай. Что ты, на колени сядь, эй, лежи, на спину можешь лечь, к нему ногами. Это по грэплингу боремся. Что ты сделала уже? 30, 50. 50 приседаний, 50 отжиманий, 50 плюс. Следующие приготовились. Ты уже нападаешь на Бурдушу. Денис, нападаешь на Чезара. Влад, нападаешь на Бутука. Следующий! Уходи, Чезар. Посмотри, Никита, подними, пожалуйста, там. Прижимай колени к голове. Бурдуша, колени к голове, а то сейчас залетишь. Колени к голове! На колени сесть и прижать. Иначе так улетишь. Сначала удержание делается. Я держу. А он... Зачем ему? Да ну, это Никита, следующий готовится. На Чезаров пойдешь, Никита. Следующий!
возьми, пожалуйста, туда перенеси. Дальше, Борис, что ты его отпустил? Я не видел. Пастухов, Мате. Стоп, стоп, стоп. Вот в этой позиции также начните оттуда. Назад зайти. Выходи, выходи, вот делай болевой на руку. Стоп! Приготовили следующее. Чезар, давай заходи быстрее. Никита, чё ушёл? Следующий! На Чезара и на Бутука. Голову пропускай, Денис, туда, туда голову разворачивай, если он выходит рука. Голову вот смежу. Чезар за ковром. Ту же позицию, только в центре. Следующий. Че ты отпускаешь? Кэти, треп, трясу. Я сразу буду говорить, не приготовиться сразу. Будьте внимательны, рука, значит, вы должны быть уже готовы. Машка, что с ногами? Не прыгаешь на скакалочке, да? А, сегодня? Что вы, иди сюда ко мне. Иди сюда, просто. Что вы делали на скакалке? Прыгала, да? Да. И как? Сколько? 120? 126. Машка, ты же Денис. Да. Давай. Ну, прошу меня. Смотри, это же красивые ноги. Красивые ноги ты должна три раза в неделю. Ты должна быть красивой девочкой, да? А что нужно? Купите. Хорошо, ладно, сюда себе положи это. Никита, приготовиться уже. Уже встать. Следующий! Уже рядом должен быть! Да блин, мама! Ну так я не понял. Ушел. Ушел отсюда. Души его. Чезар, стоп. Чезар, стоп, стоп. Никита, стоп. За ковер вышел. Это положение с центра начинает. Аккуратно, аккуратно. Денис, ты видишь или нет? Че? Да что ты впереди становишься? Сзади надо заходить. Он ему еще зацеп болями сделал в колен. Вообще, блин. Пастухов. Ты, наверное, второй тренер у тебя, Александр Иванович. Зацеп болями в партере, блин. Я в шоке, блин. Влад, Мате. Влад, Мате, перейдите туда перейдите. За ковром туда. Владимир! Мате, туда перейдите, там в это положение. В это же положение.
Да. Какой синий? Синий. Стоп. Сейчас нельзя, потом можно. Болевые на ноги. Следующий. Правильно, Игорь. Ты идешь воду пить, воду потерпишь. Даник, стоп. Вот это положение туда, в центр. Стоп, Влад, Влад, Влад. Туда это положение опять ставите. Так. Как ты поступал? Грифлист. Включай руку изнутри души. Вот одну ручку выключил. Вот и не отпускай ногами ни в коем случае. Я тоже треугольник можно? Можно. Стоп. Четверо, перейдите туда на середину. Так же. И болевые на руки, на ноги. Удушающие ногами. Единственное, нельзя душить двумя ногами чисто шею. Чисто шею. Владимир, руку уже поставил, все, уже пролетел. Руку на туловище надо ставить. Нет, душить, 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 душить. Сбоку проводи, сбоку. Руку выключи одну и проводи сбоку. Одну, а потом добавишь. Все скользит, не могу. Хорошо, что сегодня воду пил. Следующий. Даник, почему сидишь, Никита? Центр, центр, Даник, центр. Защищайся. Не дай пропустить, чтобы ноги взял. Ни в коем случае, Влад. Одну можно, а вторую не давай ни в коем случае. Он только взял. Если он одну держит, он обязательно... Денис, 5 минут можешь еще подождать? Да. Мате? Мате? Встали под... Ну-ну-ну-ну-ну, честно! Никита, эй! Командир свой! Мальчики, Никита, ногой нельзя, ну нельзя же так. Он нарушил что-то, ну сделай то же самое, но ногой не надо. Встали, пошли вокруг ковра. Ребят. Значит так, три человека здесь. Игорь, Влад, взяли, да, подписи.
Чезар, Денис и Поляков. А, нет, Чезар, Денис и Бутук. Там дальше. Никита, будет тот самый, Даник и... Тогда вы... Хорошо, вы там делаете, а вы там, все под 50 раз. А, нет, вот вы по 75. Не, я извиняюсь. Стоп, вон туда. Вон туда. А, этот, Денис, вы делаете 75 каждый. Эй, вы, доходяги, по 50, а вы 100. 175 и 50. Джимен! Всегда пускайте самого сильного, потому что если слабенький, тогда пусть меньше сделают. Вот, Чезар молодец, хорошо. Данич, красавчик. Игорек, умница. Можно не сразу делать 175 или 50. Вот. Игорек сейчас нас всех дернет. Красавчик. Даник, давай, потому что это... Красавчик, Даник. Ты хоть сильный стал. Лучше, лучше всех делаешь, Даня. Что вы? 50. Да? Да. 50. Пастухов грудью. Хорошо, Буток, молодец. Стоп, стоп. Мальчики, развернитесь так, еще вы ногами сюда камере или голова? Голова. Стоп, Буток, зайди сюда. Чезар на месте, Буток сюда зайди. Зайди сюда, двигайся, вот двигайся, 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 подвиньте сюда чуть-чуть, сюда. Все, пошли, пошел, чтобы я видел. Денис, грудь касаемся. Не уходите назад, Даня. Так, прошелся. Петя? Прошелся. Да. Так. Взрослые пацаны сразу почувствовали, что ты... Что-то где-то на фуршел. Нет, достаешь. Как вы там пашете, Александр Иванович, а потом не подтягиваться не умеете? Да я верю. Но ты ж ходил еще в какую-то секцию. Хорошо, Машенька. Это он к тебе ходит, да? Да, он. Да. Он к тебе ходит. А что ты делаешь тогда вторник, четверг? Я? Вторник? Ой, да, не знаю. Но часто не хожу. Могу иногда, может, где-то прийти. А что сюда не приходишь ты? Хожу. Ну, во вторник тебя нет. Ты же водил своего этого брата. Часто не водишь. Ну, так надо приходить на тренировку. В четверг не водишь. Игореша, Пацуков, сюда чуть-чуть, на середину, сюда. Эй! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Во-во-во-во-во, пошли, а ну-ка, а ну. Во, смотрите, как Пацуков делает. Красавчик. Это вы готовитесь будущую жену тащить в зоопарк, ой, в этот, в ЗАГС. В ЗАГС. Будет у вас жена полненькая, и все. А кстати, некрасивые полненькие очень хорошо готовят. Убирают и стирают. А возьмете себе красивую жену, будете на трех работах пока. Пилить вас будет, она еще и к другому ходить будет, пока ты работаешь, да, Юрий Александрович? Сделали? Да. Все, поклонились тренеру. Все, мальчики. Ой, пацаны, ну как вы быстрее сделали? Хотя Даник сделал хорошо. Красавчик. Я посчитаю, я просто... Тоже. Ты все сделал? Да. Ну, Никита всегда делает почти все.
Сейчас этот, Аделин опять уезжает. Куда? В Румынию. Ну так, ребят, вы же выступаете и бороться, он чемпион республики. Пожалуйста. Пастухову мне тяжелее сделать, а вот и этим двоим. Пожалел 2000 лет, и тогда бы вы побороли. Ну, смешно. Ну, правда, будем говорить честно, не только это, а я очень просто это, попал под эту точку, когда за Ксюшей ходил. Вообще без проблем. Постарифируешь? А, ну да. Да, просто здесь белое надо. Сейчас. Не, сейчас нет, а мне белое надо.